Немногим более 2 месяцев остается до чемпионата мира по футболу. 11 городов России готовы принять сотни спортсменов, тысячи болельщиков и волонтеров. Но не только предстоящий чемпионат мира 2018 дает повод задуматься о состоянии отечественного футбола. Знаменитый тренер и депутат фракции «Справедливая Россия» Валерий Газаев сегодня на круглом столе в Госдуме представил программу развития и реформирования профессионального футбола в России. Конечно, хочется внести в Государственную Думу, значит, изменения в налоговый кодекс, потому что любой профессиональный клуб, который сегодня действует, значит, и действует на уровне действительно очень высоких достижений, конечно, те бизнес-структуры, корпорации, которые, естественно, так сказать, финансируют профессиональные клубы, конечно, они имеют и льготные налогообложения. Газаев уверен, основные проблемы российского футбола – это неудовлетворительные результаты подготовки нашей сборной к домашнему чемпионату мира и нахождение ее в 7-м десятке рейтинга ФИФА, да и отсутствие у РФС какой-либо стратегии развития футбола. Реформа же предполагает организацию качественной работы 54 профессиональных клубов вместо выживания сотни. Сейчас российские клубы финансируются из региональных бюджетов, поэтому из-за сокращения финансирования либо перестают существовать, либо попадают в турниры рангом ниже. По требованиям УЕФА такая модель финансирования, не подкрепленная коммерческими доходами, не жизнеспособна. Помимо этого, Газаев предлагает учредить так называемое «правило молодого игрока». Мы предлагаем временно на 4 года ввести правило молодого игрока, согласно которому стартовый состав всех клубов премьер-лиги и первой лиги на поле должен выходить как минимум один российский футболист не старше 20 лет. Это позволит обеспечить игровой практике как минимум 54 молодых футболиста, которые могли бы стать потенциальными кандидатами в национальную молодежную олимпийскую юношеские сборные, хотя на самом деле их будет гораздо больше, около 200. В заседании круглого стола также приняли участие депутаты «Справедливой России», именитые российские футбольные тренеры, президенты клубов, экономисты и спортивные функционеры. Надо законодательно принять решение, что более 25% государства в клубах иметь не имеет права. Если сегодня привести то, о чем говорил Валерий Георгиевич, финансовый фаерплей, у нас ни один клуб, не частный, не пройдет этот финансовый фаерплей, потому что акционеры выделять более 5 миллионов евро в год на свой клуб не имеют права. Это закон УЕФА, значит, надо снимать соревнования клуба. Всячески поддерживаю отсутствие государственного капитала в финансировании и, на самом деле, даже в ООО, в самой структуре футбольных клубов. Потому что это ненормально, когда регион изыскивает резервы на футбол, когда, хотя проблем с пенсионерами, у них там и там такие другие социальные обязательства, у них там выше крыши. Валерий Газаев также озвучил предложение повысить стоимость телевизионных прав на чемпионат России по футболу, ввести налоговые льготы для спонсоров профессиональных клубов, разделить первую лигу на дивизионы «Запад», «Центр» и «Восток», а также принять программы по развитию детско-юношеского спорта.